На курорте завершается подготовка к празднованию Великого Дня Победы, до которого осталось всего два дня. Анапчане приводят в порядок и надлежащий вид. Мемориалы и памятники расположены в городских скверах и парках. Работники предприятия «Римстрой» взяли на себя ответственную миссию – облагородить и освежить мемориал «Вечный огонь» в сквере Боевой Славы. На его территории покрасили все лавочки, провели косметическую реставрацию скульптур, заменили табличку с названием, почистили плиты с гравировкой имен анапчан, погибших в войне. Списки обновили. Несли еще одно имя солдата – Алексея Москаленко. Специалисты предприятия «Зеленстрой» высадили на территории сквера более 3000 цветов. Для проведения памятных мероприятий сквер Боевой Славы полностью готов, чисто благоустроен. Далее на очереди братская могила 45 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, которую также приведут в порядок. Мемориал на углу улиц Ленина и Советской. Анапчане свято чтят память героев Великой Отечественной войны. Поэтому к мемориалам не только в праздники, но и в будние дни приносят цветы все, кому не безразлична история Отечества. Содержать в чистоте и заботиться о памятниках погибшим героям – обязанность потомков навсегда.